прошлом игрок и большой фанат. Браво, Никола Саврасенко! Никита Маркунов! Я, наверное, не своими словами отвечу. Я отвечу словами более мудрых людей, которые сказали: ты надел майку ЦСКА, вот эта вот красно-синяя майка. Ты должен понимать, в какой майке ты вышел. И не важно, кто ты, как ты себя чувствуешь, но если ты вышел в этой майке, ты обязан соответствовать. И вот это вот сознание, наверное, в голове каждого, кто эту майку надевает. И не важно, как там складывалась ситуация, вот всегда должно было быть у тебя в сознании, что ты никому никогда не можешь проиграть, даже если ты проигрываешь 20 очков. И это очень часто помогало. Когда я переходил из Олимпиакоса в ЦСКА, я был поражен тем, как здесь относятся, с каким трепетом относятся к игрокам. Все вопросы решаются. Если что-то нужно сделать, всегда помогают игрокам, семьям. Вообще, как бы, клуб ЦСКА – это как лидер в европейском баскетболе. И здесь организация на самом высоком уровне. В первую очередь хотел бы болельщиков ЦСКА поздравить с юбилейным сезоном. В этом сезоне исполняется 100 лет клубу. Ну и, конечно, ЦСКА – это всегда победы. Моя история в этом клубе, она занимает отдельное место. Вот у меня в сердце и вообще в моей памяти.